Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Роланд Морозов. И сегодня поговорим очередной раз про такого компанию, как Амир Капитал. А именно про его монетов. Сразу скажу, этот видео не является рекламным. Никто мне за это не платит. И не буду я оставлять тут внизу никаких рекламных ссылок. Потому что это ваше личное дело. Заработаете ли вы или нет? Только те люди, кто реально заинтересовывается, хотят заработать, пишите мне в личку, пообщаемся, я вам дам ссылку при вашем желании. А всем остальным приятного просмотра. Вся суть видео, то, что мы имеем что? Мы имеем компанию Амир Капитал, у кого есть собственные внутренние токены. И теперь они начинают потихоньку листиться на биржах. Что многие уже хранили компанию Амир Капитала. И, естественно, были люди, кто негативно были к нему настроены. Но компания довольно-то достойно выходит из ситуации, скажем так, что постепенно, потихоньку уже начинают останавливаться выводы. Видите, я крайний вывод сделал 21.04.24 году, но сегодняшнее видео не про то, а то опять затянем. Есть у Амир Капитала бизнесы, разные бизнесы разных отраслей, и у них есть токены. Изначально у всех этих компаний был, естественно, спонсором единственный Амир Капитал, но теперь они выходят уже потихоньку на свободное плавание, скажем так. Токены продавались, продаются до сих пор в разделе Амир Инвест. Вы тут видите, какие токены на данный момент продажи. И их можно купить прямо вот так в кабинете. Сегодняшний разговор пойдет про компанию, проект Letit. Что такое Letit, каждый может изучать самостоятельно. Но суть сегодняшнего видео то, что Letit выходит на биржу. То есть уже когда никто не верил в компанию Амир Капитала, они работали, работали и работали, и выходят все на новый и новый уровень. То есть никогда не останавливалась никакая деятельность. И у Letit есть монета Letit. Это utility токен, что пользуется на их собственной платформе. Вы, конечно же, могли тут увидеть монету LTTE. Это не Letit, а это, как сказать, вы можете купить долю в компании. Вот скажем прямо так. И все. Это как инвестиционная монета. В будущем, наверное, будет давать дивиденды. Как мы сейчас получаем дивиденды на монеты AFTE. То есть и на АВТ мы получаем дивиденды, да. Все, затянул, как всегда. Letit. Что такое Letit? Во-первых, проверяем на CoinMarketCap, потому что тут есть у нас все компании. И, естественно, есть и Letit. Нажимаем сюда, и на данный момент, видите, он не торгует ни на одном бирже. Вопрос, да, что я тут говорю, что я вообще хочу доказать. Ну, обещали, как всегда обещали и не выполнили. Ну, вроде как так, да, получается. Так, посмотрим, во-первых, на их сайт. Да, действительно, сайт. И что это значит? Это значит революция в торговле. То есть они сделали очень крутую платформу, где вы можете анализировать свои сделки, какие... Вы же заходите по каким-то меркам, что получается, там вы все можете анализировать. И теперь пойдем на биржу MEX и тут посмотрим новые листинги. Крутим вниз, и тут есть монеты, новые листинги. Ну, так искать тут, в принципе, нереально. Да? Что мы делаем? Просто нажимаем «Смотреть рынки» и... Сюда напишем слово Letit. Letit. Так, видите, открывается монета Letit. Ну что за цена у нее-то 0, правильно? Да, правильно. Посмотрим, почему. Нажимаем на Letit. И что мы видим? Мы видим то, что уже сервис, грубо скажем, 4 часа
У нас залистится первая монета от Амеркапитала на биржу. И все могут в свободном доступе с ними торговать, покупать, продавать, меняться, выводить или прямо на кабинете продавать монеты. Но эта функция добавится, ну, его прямо сейчас нету, но он добавится в ближайшем будущем. И видите, друзья, монета залистится 24 года, 25 апреля, ровно 4, то есть 16.00 по времени биржи MEX. Так что, друзья, еще раз повторяю, кто хочет заработать, заработает. Кто не хочет, проходите мимо. Хейтерам огромный привет. Кстати, можете свои гневные комментарии оставить под этим видео. Их очень интересно читать, поскольку проходят года и времена. Ваши комментарии не меняются, а проект работает и процветает, и продолжает свою деятельность. И еще вот может в этом ситуации расти. Друзья, а с вами был, как всегда, я, Рола Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока! Биткоины и эфириумы делают людей миллионерами. Но знай, что есть один канал на Ютубе, где Роланд Морозов нас всех растил. Криптоволна. На канале Роланда ты найдешь совет.